Сегодня с 19.20 до 20.00 в прямом эфире на телеканале «Сеим» программа «Власть. Открытая политика». Гость студии – заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская. Здравоохранение, образование, социальное обеспечение и культура в регионе – актуальные темы и варианты решения проблем. Задавайте свои вопросы. Во время прямого эфира звонки будут приниматься по телефону 703515. Трансляция программы пройдет в официальной группе «Сеим Курск» ВКонтакте. Оставляйте вопросы в комментариях или на сайте seiminfo.ru.